Эксперты Дом.рф считают, что объем рефинансирования ипотеки в 2020 году может достичь 15%. Это видеоверсия сайта «Моя Москва онлайн» и сейчас подробности. ТАСС со ссылкой на данные аналитического центра Дом.рф сообщает, что в 2020 году объем рефинансирования ипотеки может вырасти до 15% от общей выдачи жилищных кредитов. По мнению экспертов, выгоду от снижения ставок получат новые и уже действующие заемщики. Семьи смогут сократить платежи по ипотеке и направить часть этих средств на текущее потребление. Ранее замминистра финансов Алексей Моисеев рассказал, что до конца года ставка по ипотеке может опуститься ниже 8%. Он также подчеркнул, что к уменьшению ставок ипотеки ведет политика Центрального банка по снижению ключевой ставки. Пока это все. Еще больше новостей из жизни столицы и не только вы можете найти на сайте mymsk.online. Всего доброго!